И всем привет, друзья, с вами снова Нетро. И сегодня мы поиграем в Custom Steam House на сервере Crystalex. Поехали! Ставьте лайк и подпишитесь, конечно же, на мой канал. Где-то там красная кнопочка подписаться, нажмите на нее, и она станет серой. Но мы переходим к игре. Поехали! Итак, у нас есть класс Ассасин. Мастер оружия и лучник. Давайте возьмем ассасина, чтобы быстро бегать. Так, у нас пещерные паучки. Сейчас мы их разнесем. Так, какие-то жесткие паучки. Я не могу попасть по пауку. Ладно, все, я попал. Так, у нас выпал лук, разделили регенерации, кольчужные. Ну, давайте возьмем лук, потому что все остальное фигня. Огненная западня у нас. Мышка сама направляется. Я даже не... О, книжечка. Книга жизни. Ну, такое, на самом деле. Так, лук снова. Железные давайте штаны возьмем. Так, маленькие зомби. Так, огонь. Все есть. Это было довольно просто. Так, дерется у нас какой-то Виктор. Иди. Так, у этого человека сила третьего... Ой, сила третьего, да, конечно. Сила, плюс неплохой меч, самый классный. Титан. Вот есть мечник и плюс... так. Ну, я поставлю на чувака с лука. Так, у нас слизни. Паучки. Так, с этих слизней у нас падают всякие монстры. Эндермит. Так, и все. Волну мы завершили. Так, кто у нас побеждает пока что? Давай, чел, тащи. А, не этот. Вот этот тащи. Он ни разу еще не попал с лука. Вот, ну бас. Ну подойди, обойди его. А, ну он не может его обойти. Ну хоть раз попади. Тогда ты выиграешь дуэль. Ну блин. Нет, минус 100, ну бас. О. Ну, возьму алмазный меч, потому что алмазный меч там был самый крутой. Самое лучшее, что я мог взять. И алмазный меч на 7, ну, на 7 урона, понятно. Но он самый классный, так. Это какая-то... А, это книга апгрейдования, меч заморозки, лук. Этого тоже лук. Страта 2, кстати. Железный нагрудник, мастер оружия. Так, карта у нас... Ну, давайте поставим соточку на этого. Скелет-лучники, давайте подойдем к нему вблизь. Давайте, оп, разбираемся. Оп. Все вынесли. Это было, в принципе, просто. Так, попал чел, этот попал чел на в него один раз. И плюс 200 золота. Поставили 100, получили 208 золота. Так, у этого есть неплохой меч, нагрудник. Так, а ну. Делаем очевидную ставочку. У нас пещерные пауки волна. Так. Пещерные паучки. Тихо, паучко. Все, есть паучки, минус. Нет, минус 703! Капец, чел, проиграл. О, вот это мы возьмем. Чел, как ты проиграл? Боже мой, как? Так, это неплохой лук, тут сила. А кто у нас? А, гладиатор, понятно. Этого лучник, но нет лука. Сила плюс. Ну я ставлю на этого. Здесь хоть он выиграет. Как чел с такими шмотками проиграл? Боже, какой нубас. Ладно. Чешуйницы края у нас. Эти чешуйницы нас вводят в транс. Ладно, они нас просто ослепляют. Но мы с ними быстро расправимся. А, попало. Чешуница, но это эндермиты. Вот, хорошо, плюс 730. Хоть кто-то выиграл. Наконец, кто-то пишет. Наконец, на коне. На коне. А, у нас снова ставочка. Не успел. Так, у этого снова это тот нубас. А, нет, это не тот нубас. Так, ну смотрите. У этого неплохой нагрудник, дуэльщик, фигня. Замедление, ну все такое. Мастер оружия плюс меч на 8 урона. И сила. Ну давайте поставим 200, поставим на него. Этот паркур я уже про... Этот паркур я уже...
понятно. Этот паркур я уже... Да что ж такое, не могу запрыгнуть. Так, маленькие зомби. О, там направо поставили много. А почему они решили направо поставить? Странно. Очень странно. Так, маленькие зомби, разбираемся с ними. Вот так от них бегаем просто. На изичах. Так, ну если правый победит, то будет... Правый нет! Я дерусь против чувака, которого 9-9-9. Так, у меня есть лук. Можно взять отравление или зелье исцеления. Слабость. Давайте возьмем зелье зелье. Давайте возьмем отравление. Так, что у нас с чувака? Чувака неплохо все. Очень даже неплохо. Плюс защита 2. Я не знаю, зачем он прокачивает так рано все. Потому что волны пока слабые. Так, огненная западня. Так, мы видим у него. Мы видим его. Так, я не знаю, кто поставил. Если я по нему попаду хоть раз, то будет очень даже хорошо. Так, мы пока отбегаем от него. Опа, попал. Опа, еще раз попал. И еще раз попал. И еще раз попал. Изи. Изи победа. Там чел почти 3к поднял. Что это такое? Так, ну, я с лука хорошо стреляю. Что это за броня? Почему мне такой не дают? Это дуэльщик у нас. Меч, ну, фигня. Шипы есть. По защите первой на броне. А этого, ну, я ставлю 100% ставочку. Так, у нас зомби. На зомби, мы помним, отравление не действует. Можно пока с лука пострелять чисто. Так, так. Подамажим, подамажим, через залетаем. Просто всех раскидываем. На-н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 а. Рополучайте. О, книжечка. Книга жизни. Ну, такое. Уже плюс сердечки у меня. Так, у меня есть золотые монетки, но мы оставляем их подальше. Потому что... если мы ставим эти монетки на позже, то тогда нам дадут больше золота. Как бы. Так, мы поставили на кого? Мы поставили на левого, все правильно. Давай, давай, ну попади, ну что такое? Серьезно, чел? Все, молодец, плюс 1410. Так, регенерация вторая или силу? Ну, конечно, я возьму силу. А сколько я ставил? 1620. Ну, плюс 300, кстати. Так, у этого чела тоже все неплохо, защита плюс меч 9 уровня. Уйдет 9 урона, 9 уровня. 9 уровня, да. Так, сила у нас тоже неплохо, но вот этого есть броня получше. Но я не хочу ставить все. Так, у нас волки. Силу. Так, теперь мочим. Ух ты, шо. Так, тихо. Волки, кстати, довольно много сносят. Но я справился. Ну, это была пока легкая волна. Так, я на копса писал на левого. Чел, у тебя броня хорошая, ну ты можешь... Ты что, ну бас? Давай. Ну почти... Нет, как так? Он не попал. Ну бас, капец. Так, зелье силы плюс лук, страта 3. Так, у этого зелья силы второго уровня. Неплохо. 13 урона получается. Броня, ну, такое. Этого тоже такое. Силу. Мы заливаем на этого чувака просто. Просто все заливаем, потому что я в него верю. Ну, не зря он лук прокачивал. Огненная западня. Что? Боже, какие нубы играют. У меня поставка вообще не идет. Зачем ты прокачиваешь лук, если ты с него стрелять не умеешь? Боже мой! Зачем? Просто зачем прокачивать лук, если с него стрелять не умеешь? Этот паркур я, кстати, проходил, знаете как? Тут надо распрыжку. Типа, становишься на край блока и делаешь такую распрыжку. Также здесь. Становишься на край блока, ну да, и падаешь. Или замедление. Ну, самое нормальное, что можно. Так, опять это 999. Интересно, неплохой меч. Ну, я ставлю на этого чувака.
Токсичные пауки, токсичные пауки. Купим звездочку мы. Паучки, паучки, паучки. Все, мы разнесли всех. Так, я направо поставил. Давай, давай, давай. Да ну что это такое? Ну почему вы сливаетесь? Ну как? Ну как? Почему такие нубы играют? Почему? Вообще ни одна ставка не залетает. Ни одна ставка не залетает. Ну что это такое? Так, у этого есть охотничий лук какой-то. Фигня, фигня, фигня. Фигня. Ну вот. Вот он должен затащить. Ну 100%. Ну чела, звезда, ну. Я поставлю все. Я все поставлю просто. Просто все. Так, накидываем на них замедление. Включаем звездочку. И погнали выносить. Да ну что это такое? Ну почему? Как они проигрывают? Ой, я сейчас еще жизнь потеряю. Жизнь не хочу терять. Не хочу, не хочу. Пожалуйста. Так, минус один синозомбик. Ну, у меня нет, на ставка не залетает. Все, буду тогда аккуратные ставки делать. Почему в этот раз какие-то нубы попались? Почему сейчас ставят чуваков, которые слабее, и они побеждают? Да ё-моё. А когда я ставлю на чуваку, который сильнее, они проигрывают почему-то. Что это такое? О, я дерусь. Ну, классно, отравление. Так, ну может отравление взять, либо взять золотое яблоко. Давайте возьмем золотое яблоко, потому что золотое яблоко нам потом пригодится. А отравление не сильно. Вот как вот этот чел мог проиграть? Это жопа. А, не, он выиграл, кстати. Ну зачем он выиграл? Микс, и я попадаю на микс. Вернее, я не попадаю на микс. И меч мы прокачаем вот так вот. Смотрите, какая у него клетка. Да не-не-не. Да не, чел. А, ну да-да. А теперь моя очередь. Что? Как так? Так нечестно. Он в зельку какую-то выпил. Я по нему раз ударил, все. Я сдох. Но я старался победить его. И там было сложно. Ну как он выигрывает? Ну, у меня броня еще не такая прокачанная. Ну, вернее, у меня броня хуже. Он меня заподнял. Вот это мне нравится. Так, ну, чела, мастер оружия. Плюс алмазное копье, шипы, сила. Алмазное копье — это просто алмазный меч, только скин другой. Сила 1, гладиатор. Так, я не знаю, на кого поставить. Это сила какая? А сила первая. Давай соточку на этого зальем чисто. Так, теперь мы выпили силу. Теперь начинаем. Выносить, говорю, начинаем. Нет, 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 нет. Вот смотрите, когда они начинают гореть так, то тогда они собираются стрелять. А когда они не горят, то их можно бить спокойно. Вот видите, они загорелись, начали по мне стрелять. Все, остался последний. Вот видите, он загорелся и стреляет. Теперь он опять потух, и можно его спокойно дупасить. Все. Поставка мне не везет, я, возможно, проиграю. Зелье исцеления 2-го уровня, кстати, неплохо. Но... я возьму, наверное, себе шляпу. Потому что шляпа мне нужна будет. Так, вот этот чел, он должен выиграть. Ну как? Ну с такой броней ты защита 3. Тем более. А, ну тут тоже чела неплохо. Ну, острота 4. 10-5 урона. Тут еще больше. А, ну я ни на кого его не поставил. Так, паучки. Я, возможно, сейчас жизнь потеряю. Нет, пожалуйста, не хочу терять жизнь. Потерял жизнь. Ну, блин. Книга урона. Ладно. Смотрите, этого чела тоже 12 урона. Плюс защита 3. Сила тоже 1-го уровня. Этого тоже защита 3. Я не знаю, на кого поставить. Плюс...
Давайте соточку на 999 зальем. Давайте прокачаем себе броню. Так, успел прокачать. Мишки. Я хотел яблоко сесть. А теперь к мишкам. Мишки. Ну что это такое? Ну как 999 проиграл? Так, мишки, горите, мишки. Они вообще хорошие мишки, но тут они плохие. Поэтому их надо убивать. Мишки, убиваем мишек. Не везет вообще по ставкам мне сегодня, вообще. Обычно мои ставки выиграют, но в этот раз почему-то какие-то нубасы попались мне, я не могу выиграть ставку. Давайте еще один микс, я дерусь. Будет замечательно. Будет замечательно, замечательно. О, огненная западня. О, отлично, отлично. Алмазные ботиночки. Прокачиваем. Давайте закупим себе еще книжку. Вот так. Так, и прокачаем себе еще нагрудник. Почему я могу прокачать третий нагрудник, а не могу прокачать? Это очень странно. Так, у меня 13 урона, неплохо. Плюс или сила, 6 урона. Ну там чел, у него, ну, у него тупо алмазка. А, он уже с лука целится. Оп, 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 оп. А теперь моё. Давай, 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 давай. Ну куда же ты убегаешь? На, вот так вот. Почти фул алмазников вынес. Вот так вот, ребятушки. Тут фул алмазка не решает вообще. Не, как бы решает, но не всегда. Ну у меня почти, ну нет, у меня не почти фул алмазка. У меня чуть меньше. Так, штаны можно прокачать, будет 975. Угу. Урона, конечно, маловато. Нет, садики апокалипсиса. Ой, блин, 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 блинский. Походу потеряю я свою жизнь. Еще одну. Так, у этого алмазка. Защита 3, неплохо, неплохо, неплохо. У этого фул алмазка, ну, я верю, я думаю, что этот человек выиграет. Почему-то мне кажется, что выиграет именно он. Ну, потому что у него фул алмазка. Конечно, фул алмазка не всегда решает, но... Зелья нет. Убить. Не попадешь. Ух, я не потерял жизнь, как же мне повезло. А я тебя... Все, я не потерял жизнь, это отлично. Ну там не только я не потерял жизнь. Там много кто не потерял. Так. Пока фул алмазник выиграет. Они тупо с лука? Битва двух титанов. Чисто стоят, выжидают. В принципе, этому ничего не надо делать, он больше урона нанес. По идее, он должен... Ну, он решил, он хочет пострелять. Как? Он больше урона нанес? Что? Как? О, возьмешь лыжный шлем себе. Чешуница. Чешуница это хорошо. Чешуница это классно. Так, давайте прокачаем вот так, так. Вот так возьмем. Оп. Оп. Давайте меч еще улучшим на один. Мне становится 16 золота. Фу, алмазик проиграл. Ну я же говорю, алмазку тут не решать. Тебе 8 золота поставил. Жестко, жестко. Доваливаемся им. О, чешуницы. Ух ты, чешуницы неплохо. Кстати, вон, там кто-то завершил уже. Вау, плюс 9 золота. Супер ставка. Да я не могу попасть по чешунице, я слишком маленький. Горите в аду, чешуницы. Все, убил. Ну живут, чуваки, живут. Босс. Так, у меня есть зелье замедления, поэтому я могу пока его сдалека повыносить. Ну, кстати, у меня есть шанс затащить.
Есть шанс, есть шанс. Сила 2, конечно, у меня, но есть шанс. Сила 2. Да, сила 2, конечно. Если бы у меня была сила 2, было бы замечательно. Так, так, он у нас замедленный. Так, он сносит очень хорошо. Я это знаю. Ой-ой-ой. Он сейчас будет усиленный уже. Надо по нему подлетать. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Но одну жизнь я точно потерял. Или нет? Тихо, тихо, тихо. Подожди, босс. Да! Не потерял ни одной жизни. Отлично. Простите, что я так молчал. Я просто был очень сосредоточен. Я просто боялся проиграть. Зелье исцеления. Ну, самое хорошее, что я могу взять. Огненная западня. Почему у человека до сих пор две жизни есть? Так, у нас кто-то дерется, никто не дерется, кстати, никто не дерется. Так, огненная западня. Давайте прокачаем себе вот так раз. И все. Так, вот это мы в мусорку сейчас выкинем. Мусорка, да, все. Так, теперь бьем. Я думаю, эту волну я пройду. Тихо, 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 тихо. А, попали. Спокойно. Не гори генерации. Пока подоважим, давайте. Нет, 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 нет. Этот нубас улетел. А, так, горять будет. Стрелять. Огонь. Гори. А, больно. Пошел отсюда. Так, вот этого надо нубаса. Ага. Давайте постреляем по ним. Оп. 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 Нет, он по мне попал! Этот нубас по мне попал, как я тупо жизнь потерял. Блин. Обидно. Ну как я фулл алмазника выиграю-то? Давайте прокачаем все. У меня до 5 прокачан он. Или до 4. Не знаю. Маленькие зомби. Блин, ну как же я тупо потерял жизнь. Опять эти лучники тупые. Куда ты? А чё он меня залагал? Ну, мне нереально это выиграть. У меня фулл маска. Даже если я его в комбо заводил, у меня бы все равно не было шанса. Тут фулл маска решает. Тут уже решает фулл маска, да. Даже брать нечего. Так, призвал ведьму. Какие ведьмы? Ты что, издеваешься, ведьму? Он призвал. Я не могу купить ведьму. Я хочу купить ведьму. Ну все, походу я проиграл. Походу я проиграл. Да, я проиграл. Ну все, я проиграл. Тут без шансов. Ну как? Ну как я тут затащу? Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш вид подходит к концу. Если оно вам понравилось и вы хотите больше видосов по Custom Steel House, может быть даже с Дарклином, там где по 2 человека, если вы хотите, то конечно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.
Ну а с вами был Недро. Всем удачи и всем пока.